О странах и континентах, а также о других новостях из мира недвижимости еженедельно рассказываю я. Меня зовут Имран, вы смотрите новости от Century 21 Expert. Самые популярные страны у россиян для покупки недвижимости, а также эксперт рассказали о самых частых причинах оспаривания сделок. Названы самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости. В прошлом году лидировала Португалия, в этом первенство у Турции. Об этом на конференции сообщила руководитель проекта Департамента зарубежной недвижимости международной консалтинговой компании NF Group Анна Ларина. Согласно данным, на Турцию приходится 31% запросов со стороны россиян на покупку недвижимости за границей, которые поступают в компанию. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты с долей в 22%. Тройку лидеров замыкает Кипр с долей в 14%. В пятерку лидеров также вошли Португалия и Греция. Основная цель покупки недвижимости у россиян за границей – получение вида на жительство или гражданство. Эту цель преследует податели 64% всех запросов. 16% рассматривают недвижимость для собственного проживания, а 14% в качестве инвестиций. И еще 6% совмещают цели проживания и инвестиций. Покупка квартиры часто сопряжена не только с большими тратами, но и с рисками. Перед заключением сделки необходимо досконально проверять юридическую чистоту квартиры. В противном случае можно столкнуться со оспариванием сделки. Какие могут быть причины? Одна из самых частых причин оспаривания сделок – это недееспособность или ограниченная дееспособность одной из сторон. У продавца может быть официальный статус недееспособного. Нотариус проверяет по реестру, и если так, сделка не совершается. Оспорить сделку в суде может не только одна из ее сторон, но и третьи лица. Например, это могут быть супруги, если нет их согласия на продажу квартиры или нарушены права несовершеннолетнего. Причиной для оспаривания сделки может стать и прямое мошенничество. Например, квартиру продают от имени умершего человека по поддельным паспортам или поддельным доверенностям. Часто наследники оспаривают сделки купли-продажи из-за того, что не была выделена доля скрытого собственника. Например, муж умер, осталась квартира, которая была приобретена в браке, но доля мужа не была выделена. Поводом для оспаривания сделки с недвижимостью может стать и ее неправильное оформление. К примеру, была неправильно оформлена банковская ячейка или допущены ошибки в написании данных покупателя. Чтобы снизить такие риски, эксперты рекомендуют доверить доскональную проверку юридической чистоты квартиры проверенному агентству по недвижимости. Дополнительной гарантией может стать участие нотариуса в сделке, который должен изучать все нюансы квартиры. Ваш надежный партнер по работе с недвижимостью – агентство Century 21 Expert, золотой стандарт риэлторских услуг. Меня зовут Имран, до встречи через неделю.